Auf Wiedersehen, детка! Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Auf Wiedersehen! И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер. У меня утро воскресенье, а это 44-й эпизод, поскольку мы все пособирались, эти гребаные тыквы. Но это отдельная тема, кто не помнит, пересмотрите то, что было в прошлом эпизоде. Ну а сегодня мы продолжаем походить по Китишграду. И прежде чем мы начнем, озвучу комментарий Макса Зупера, который написал к нашему шорцу Вескер Соник. У меня есть такой диск на приставку. Слушай, ну, респект. Респект, цифровые носители спасут мир от подстав игровых магазинов. Ну, к примеру, вот, просто представьте, у вас есть Steam или Epic. Вы берете эту игру, вы ее загрузили на ПК, а потом они ее тут удалили, а вы за нее заплатили. А, извините, все, кончилось. Вы купили право получить игры. Все, это право получения. Это не игра, это право на ее владение. На владение ей. Все, у вас нет никаких больше прав. О чем вы? Не-не-не-не. Нет у вас никаких прав. Кончились все эти права. Это выдумки человечества. Так, ну а наша сегодня задача... Наша сегодняшняя задача заняться этой... Алибардой. А, ну да. Кстати говоря, здесь у нас тоже есть... Ну, хулиганка разрушенной статуи, черт с ней. Жги, детка, жди. Зажечь сигнальные огни. Это последний сжигальный огонь. Как раз таки с этими... Статуи мы найдем. Монолит. Знамя долой. Одно знамя бессмертных осталось. Здесь, в принципе, мы это все, наверное, сделали. Я то... В крайнем случае я прибегну к гайду. Ну, сомневаюсь, что нам здесь оно вообще, в принципе, понадобится. Мне почему-то кажется, что здесь... Ну, вот, прям... Ну, вот это точно статуя. Какая-то живучая статуя оказалась, мне кажется. Ну, реально, какая-то живучая оказалась. Есть еще где что? Я имею в виду по статуэткам. Пока вроде нет. Ладно, погнали. Давай, Лара. Помирать мне тут пока не смей. У нас тут сегодня работы полно. Сейчас еще по нам будут сейчас из этой... Заразы стрелять, скорее всего. А так оно и будет. Вот музычка пошла. Громкая, тревожная. А вы все знаете, надо как это добраться бывает до вершины башни. Только вот лед на пути мешает. Не переживай. Открыть ворота! Хм. Попробую применить этот груз. Ну, применим. Но сначала отменим, вот сюда залезем, давай-ка. Надо как-то его разбить. О. Карта обновлена. Что появилось? Ну, хулиганка, ладно, с ними. Так, реликвия, она будет дальше впереди. Это впереди, то есть потому что вот здесь вот закрыт вход. Нам нужно как раз таки его открыть себе. А все остальное, получается, я нашел. Молодец я. Какой молодец. Так, ладно, погнали. В крайнем случае, оставшиеся откроем отдельно. Так, отлично.
Погнали. Вперед, Лара. Приведи сил. На всякий случай выключу, а то мало ли сейчас какая-то катсценка пойдет. Вроде никакой катсценки пока не наблюдается. Но я чую. Все еще можно повернуть требюшет. Может, так я туда доберусь? Так, это не работает на поворот. Что-то мешает пройти. Надо как-то очистить путь. Надо. Да вот черт знает, как надо. Вон там еще требушет, кстати, я смотрю. Я же пока не вижу знаков вот этого ордена. Наверное, все-таки воспользуюсь потом гайдом, как вариант. Но сейчас нам главное открыть дорогу. Так. Давай, для начала. Так, для начала нам нужно зажечь еще один сигнальный костер. Ага, вижу. Что-то мешает пройти. Да. Надо как-то очистить путь. Вот эта зараза мешается. Ладно, повернем сейчас его немножко в другую сторону. Что я мог просто попасть вот на тот бок. Давай, Лара, подключайся уже к этой системе. Извиняюсь. Ой, что с этой Ларой Крофт делать? Вот серьезно, скажите, пожалуйста. Давай. Идем. Так, отлично. Тут есть что-нибудь? Изучение. О. Есть что-то полезное. Как тут так левитируешь по воздуху? Это условная подсказка разработчика. Не надо мне таких условных подсказок. В реальности такой подсказки нету. О! Получилось. Пора снести врата. Пока рано. Изучим сначала все местечки. Открыть огонь! И да пробить все, все! Жги, детка, жги! Так, ну а теперь ворота. Так. Чуть-чуть севернее, ветер северной широты, да неплохо. Подготовить баллисту! Огонь! Плохо. Еще нужен удар. Что? Ой, ложись, ложись! Зараза-то какая! Черт, она теперь туда получается. Нужно еще разок. Давай, Лара. Вперед! Превратить здесь все в грязь. Так. Давай, поверни сюда, где это все дело. Давай. Есть. Лезем к ним наверх. Преврати здесь все в гребаный суши-бар. Давай. Есть. Погнали, Крофт. Так, отлично. Давай, залезай. Так, иди сюда. Вот так. Ему рикошетнуло. Ему в голову рикошетнуло.
Так, отлично. Разрушите ворота. Разрушить-то я разрушить могу. Так, давай сначала вот это откроем. Че здесь что-то есть? Чую, что здесь что-то у нас ведь есть. Так, давайте смотреть, что у нас здесь есть. Похоже, монгольские войска были полностью погребены подо льдом, так и не дойдя до центра города. Ну и хорошо. Подожди, получается, вот эти трубушеты, что ли, они, что ли, создали тогда? Никак не прицелиться, механизм замерз. Значит, надо его отогреть? Хорошо. Не получится. Здесь надо что-то другое придумать. Давай пока спустимся вниз. Посмотрим, что здесь у нас есть. Так. Что-то немножко даже подглючивает. Это, наверное, из-за льда. Это, наверное, из-за льда, я так понимаю. Ладно, наверх. Так, включи пока вебку, посмотрим, что здесь у нас есть. Надеюсь, нас здесь никто не попытается прибить. О, осада Китти же, наверное, длилась многие месяцы. А это, так полагаю, и есть монгольские, да? Бывшие военные запчасти, да? Угу. Да, монгол, кстати, хотя, если, насколько я помню, монголы не занимались осадными орудиями. Нет, они делали осаду, но они просто заграждали город. Они еще груз. Никогда. В прошлый раз же получилось. Давай, 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 давай. Давай еще, Ларыч. Да, но не до конца здесь у нас. Надо поднять повыше, надо повыше поднять. Что ты так писнешь-то? Не висни. Надо повернуть стрелу крана, чтобы груз оказался в нужном положении. Для этого мне нужно забраться вон туда как-то. Кран вроде бы прочный. А... возможно, у меня получится. Подожди, ты предлагаешь по нему залезть наверх? А, кстати, а это мысль. Ладно, мысль стоящая, попробую. Почему бы нет? Правда, что-то начинает подвисать, я не знаю почему. Реально, что-то подвисает сейчас. Это странно, это все дело. Скорее всего... а, это скорее всего из-за воды. Здесь вода течет, тут водопад вырванный. Да, это скорее всего водопад. Ладно, давай, Лара, аккуратненько. Залезай. И идем наверх. Вот видите, он просто идет с высоты. Фризит немножко. Так, отлично. Это уравновесит. Прекрасно. Уравновесит. Сначала здесь я все осмотрю. Вот, к примеру, монгольская... да что, пачок лежит. Секретики обновлены. Что новенького появилось? Вот в городе много тайников появилось. Будет потом по городу походить дополнительно. Кстати, статуи я здесь новых не вижу. Что немножко печально. Значит, скорее всего, оставшиеся статуи будут в глубине Китежа. Так, давай. Отлично. Вот вам загадка с водою.
Так. Походу, я теперь закрыл ее, да? Теперь слишком тяжело. Вот так вот. Баланс установлен. Ну а теперь отморозим эту детку. Получилось. Да, получилось. А теперь давай поприцельно постреляй по всему этому Мордорграду. О, парни, не до туда пали. Лучники, от них нужно избавиться. Только прицелись. Давай уже. Алфидерзей, детка! Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Алфидерзей! Давай, Крофт! Вижу, вижу, вижу! Вижу, вижу, вижу! Давай, 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 давай! Есть! Не на ту напали, детки. Почему монголы их не захватили? Скажите мне, пожалуйста. Так легко. Так. Крофт, двигай дальше. Три. 2, 1, погнали! Вам конец! Так, все, с этими разобрались. Заодно, кстати, очко прокачали. Отлично. Ну а теперь постреляем помощнее. Посильнее и по безумнее. Так, попал? Вроде как да. А, нет, недолет. Недолет, недолет. Во! Вот это уже долет. Готово! Путь открыт. Открыт-то открыт. Но где мои статуи? Нам еще много чего делать надо. Строго говоря, мисс Крофт. Погнали. А, Клара, ты чего делаешь? Вы что она делает-то? Сказал, прыгай. Надо... Ну ладно, она прыгнула, конечно. Да уж. Крофт, ну вот серьезно-то. И теперь куда? Так, куда? Давай тогда сейчас мы... Мы сейчас проедемся по всему Китежу и найдем остатки вкусняшек, хорошо? То есть вот эти, все вот эти вот припасы, боеприпасы, все это пособираем, потому что нам явно понадобится. Без этого ну точно никуда. Так, подождите, включайся, у меня стык камера. Мне нужно найти, во-первых, еще один плакатик, если уж на то пошло.
Хотя большинство... Я просто смотрю еще по карте. Часть всего находится, конечно, здесь. Так, ладно. Да, я включил гайд на всякий случай. Без этого, к сожалению, уже никуда в наш век. Потому что не все находится, а я хочу... Походу, нам объявили бомбежку. Иди гуляй. Иди гуляй. Давай, забирайся, Лара. Даже не смей тут падать. Поверху пройдем. Где еще? А, вижу. Идите гуляйте, парни. Не моего вы арсенала. О, тут давай. Так, где? Лара Крофт стреляет лучше вас из вашей алебарды. О, вижу, вижу, вижу. Так, спускаемся аккуратненько. А, здесь есть, наверное, куда выстрелить в нее. А, вижу, вижу. Давай, Крофт. Внутрь. Черт, я не хотел сюда идти сразу. Но нас прям побуждает игра. На всякий случай. То мало ли. Он сейчас дорогу закроет, Китиш. Вроде не закрыли, кстати. Вроде все открыто. Но пока туда не идем. Мы сейчас лучше все пособираем. Все эти вкусняшечки, плюшечки. Ну, понимаете, о чем я, да? Ну уж понимаете, о чем-то, да? Блин, нас там парнишки ждут. Идемте. Так, где эти парни? Тут один должен быть еще оставаться. Тут еще один должен был как минимум оставаться. Они что, куда... Куда они все ушли? Я, значит, сюда спустилась. Посмотреть, где что обитает. Так. Колокол. Колокол сделан. Хулиганка. Си... Последняя статуя над нами. А, точно. Реально. Да, я пользуюсь гайдом, но, ребят, потому что я просто по-другому сейчас уже, к сожалению, их не найду в короткие сроки. Тратить время, ну, вообще не хочется, знаете ли. Пуля не хотела долетать. Отлично, с этим разобрались. Седьмая статуя на крыше была, по которой мы бегали. Ну, конечно, это хоро... Это... А, подожди, я там вроде ее и сносил, кстати, по-моему. А может и не сносил, черт ее знает. Я ее сносил или не сносил, это я не помню. В которой мы бегали, вот, вот по этой над нами, которая. Не помню, не помню. Вроде сносил, эту сносил. А, да, ее и сносил. Земли, так. А восьмая? У Тароп Требушета подняться на крышу, повернуть налево. В конце может перепрыгнуть на соседнюю крышу. В конце нее найдется статуя.
Вот это что ли? Она вроде летает в воздухе, кстати, мне кажется. Не уверен на 100%, что это именно она. Просто статуи должны быть все как бы в доступном ключе, если уж на то пошло. Разве нет? Так, подождите. Сейчас посмотрим еще раз все статуи. У входа нашли. Вторую у входа нашли. Третью у входа нашли. Четвертую на пьедесталах нашли. Напротив статуи лошади нашли. На крыше, что была, нашли. Последнее непонятное место это... Вроде как вход с трезубцем. Не совсем понимаю, где это, но... А может, по другую сторону? Наверное, по другую сторону. Не уверен на 100%. Тачка. Скорее всего, это где-то вон там. Вход по другую сторону. И вон там все это дело и находится. Так, давай, Лара, залезай-ка. А что ты не залезаешь-то? Серьезно, что за женщина пошла? Лезть не хочет, садиться не хочет. Что ты вообще в жизни от жизни хочешь, Лара? Вот скажи мне, пожалуйста. А, там проход слышишь. Сбоку. Ладно, я твой намек понял. Я намек понял, хорошо. Так, и все же, здесь должен быть какой-то трезубец. Проход с трезубцем. Может, он, конечно, чуть дальше будет, как вариант. Не уверен, 100%. Ладно, допустим, знамя долой. У входа Китишграда находили. Сбоку находили. Трущобах находили. А вот это, по-моему, я четвертый не находил. У монолита находил. Давайте сейчас в Китиш сходим, в гости. Посмотрим. Поищем вот эти плакаты. Нам, ну, просто реально надо это все дело собрать. Быстренько соберем, у нас все готово. Заодно вот эти бонусы соберем. Как вот ни крути. Бонусы, плюсики. Вот сейчас вот пособираем, все будет хорошо, никаких проблем. А, кстати, я отсюда могу посмотреть. Точно. Отпусти-ка. А, может, кстати... А, кстати, я могу сюда перейти, на ту сторону перешагнуть. Может, получится? Может, там, кстати, я ее и увижу, эту статую. Черт ее знает. Черт ее знает. Может, она здесь как раз-таки есть. Да, вроде бы ачивки, но... Ну, скажите, вам самим бы не хотелось бы... Вот здесь, вот здесь. Вот она. Вот это место. Сука, перебим матери. Кто лучший, а? Мы лучшие, ребят. Мы лучшие. Так, теперь давайте думать, как здесь спуститься мне. Как не спуститься, чтобы шишек не набить. Тоже вариант. Так, теперь давайте смотреть, где... Здесь есть фотографии плакатов. То есть я смотрю по этому гайду. Пожалуйста, не надо так громко подрываться. Здесь есть фотографии вот этих самых гайдов. Да, мне немного сейчас скажут, о, фу, по гайдам делать. Ну, с одной стороны, ребят, сами посудите, если вот я их не нахожу, но есть информация, что они где-то здесь. Я что должен сделать-то? Я должен их находить. Тем более у нас с вами, по-моему, не найдено только одно знамя из 8. То есть это очень хорошо, то есть мы 7 нашли самостоятельно. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы воспользоваться сейчас гайдом. Вот реально не вижу. Я отношусь к этому, ну,
вполне себе адекватно и нормально. Ну, в меру адекватности, разумеется, конечно. Так. Где ты у меня? Ага. Они все, кстати, в зоне видимости должны быть. Заодно вот это все соберем, это польза для нас. Как раз... Гляди, все получится у нас. Так, включить метку. Так. Плакаты на картах отмечены дэшечкой. Давайте тогда посмотрим по дэшечке. Попробую сейчас так вот определить примерное нахождение. Так, D2. Ну, этот мы сносили, я помню, плакат, его мы убирали. Вот здесь он был. Мы его убирали. А че это я не доставал? То есть плакат я сжигал, а вот это ведро с болтами нет. Здрасте, монеты? А я точно был в этой зоне? У меня появились смутные сомнения. Может быть, здесь реально последний плакат не находится? Просто я здесь его проморгал. Ну, что, такое бывает со мной. Один разок из 10. Со всеми бывает же, да? Со всеми же бывает, так? Ну ладно, давайте рассмотреть. Да, вот здесь был плакат, мы его сжигали. Этот был. Д. Вот в этом здании он был. С Д был. Д5 точно был. Да, вот здесь он висел, мы его сжигали. Это я помню. Д7 и Д4. Вот Д4, по-моему, точно сжигали, но на всякий случай глянем. За Д7 не ручаюсь. За Д7 не ручаюсь. Но вот Д4 был вот здесь. Сейчас глянем. А плакаты они обычно вешают на внешних сторонах, поэтому как бы проблем с его обнаружением быть не должно. Вроде сжигал. Вообще спасибо реально вот людям, которые составляют гайды. Гайды это спасение, это реально спасение вот, от задрачивания в играх. Давай, Лара, залезь-ка наверх. Мне с высоты проще передвигаться. Тем более, у нас с вами сегодня, смотрите, и алебарды, и баллисты, что только не было. Да, вот здесь мы сжигали. То есть, получается, D5 и D4 были. D6, D7 и D8. D8 была, а вот D6 и D8 под вопросом. D6 и D8 под большим вопросом. Вот туда и пойдем сейчас. Смотрим, где-то здесь должны быть. Давай, Лара, не падай мне здесь раньше времени. Ты мне нужна живой. Так, кабан, не паникуй, не по твою душу сегодня. Так, смотрим. D7 у нас был. Все. Он был у нас. Он от... Его здесь я не наблюдаю нигде. D6. Скорее всего, это отсылка до метро, я так полагаю, у нас будет, да? Просто если D6 остался, это будет вообще забавно. Нет. А! D8! Вот он где. Кабан, радуйся! Ты как, живой? Нет, просто пойми правильно, я с тебя переживаю. Ты все-таки обгорел. Да ладно, не дуйся так. Вот тебе и кабан. Вот тебе и кабан. Что ж, ребят, давайте на этом с вами на сегодня закончим. Мы собрали, по сути, получается, все, да, их?
А, сейчас, никаких... Стоп. Какие кончаем? У нас вот еще... Парочка этих осталось. Я уже про них забыл. Я забыл про их существование. Ничего не закончено. Добудем оставшиеся вот эти вот секреты. И потом закончено. Потому что нам в следующем эпизоде идти туда. Руда. Ой, извиняюсь. Вот... Какое странное экзотическое животное. Обычно все помирают за раз, а ему прямо... А в чем его экзотика? А, две шкуры дает за раз. Лишь чего еще? Податься вздумает. Податься со мной вздумал. Заберу. Вот, последний кусочек. А, и там... А, и там тоже сжигал. Точно. Она потом валялась все это время. Было. А, я не... Нельзя. Знаете, кстати, как крысы, кабады, белки. Все расплодились до одной. Слушай, ну это прям весело. Это весело, это хорошо. Так, все добыли вроде как бы, да? Давайте сейчас зайдем на базовый лагерь, может что-то сейчас прокачать можем. Потому что, смотрите, материалы набрали? Набрали. Все есть? Есть. Давайте до базового лагеря дойдем, сейчас посмотрим, может что-то найдется еще у нас дополнительным бонусом. Кстати, получается, я все здесь открыл, по сути, да? Ну, если не брать в расчет вот это, но... Это сейчас включу метку, по сути-то... Да, у нас осталась только одна реликвия, все остальное открыто. Слушайте, это вообще шикарно. То есть, на что тратиться не нужно. Все есть, все хорошо. Так. Ну, почти все. У меня взрывчатки. У меня руды не хватает. У меня рудного дела не хватает. А он тут валяется. Так, это грибы. Оно тут где-то валяется время от времени. Но очень мало. Это обидно. Вот то, чего должно быть, наверное, в избытке в городе древнем. Все-таки обычные металлы, шрапнели. Да, пусть немножко ржавейший, но все же. Этого нету, нет. Тебя этого не видать здесь, сэр. Но зато... Кстати, получается, мы, по сути, продолжаем вот эти вот выполнение вот этих моментов. Давай глянем, что здесь у нас есть. А, у нас еще навык, кстати. Давайте уж определимся. Раз мы выживал, пусть. Чего? Я тут. Алло, я тут все открыл. Зачем здесь знак вопроса? Что-то еще можно было бы открыть. Так, ладно, ну здесь понятное дело, охотница. Ну, это понятное дело. Теперь только на чашку осталось. Потому что, смотрите, ну, создание зажигательных бомб, ну, идея хорошая, только, извините, мы в Китежграде. Нет, ну, может быть, здесь и будет что-то, какие-то бочонки, может быть, что-то вроде. Ну, опять же. Навряд ли это будет. Так, по оружию. А вот по оружию что-то есть. Так. Дульный грузик снижает отдачу и повышает устойчивость оружия при стрельбе. Специальная рукоять. Отдача становится меньше. Давайте это. Так. А у дробашей... У тактического что-то можно прокачать. Урон поменьше, но ствол с отверстием, уменьшена отдача. Не знаю насчет этого дела.
По автоматам что-то есть. Ну, винтовки с дульным затвором мне, конечно, нравится. Давайте глянем, что тут у нас. Полированная коробка уменьшает заедание и повышает скорострельность. Но опять же, я буду тратить очень быстро. Хотя сейчас бессмертные идут. Может быть, ее и взять как раз-таки армейскую штурмовую винтовку. Но урон у нее, конечно, средненький, так сказать. На любителя, я бы сказал. Просто вот смотрите, вот я обычно использую винтовку с клядящим затвором. У нее, ну, урон по максимуму. Штурмовая винтовка... Из ППШ вообще брать, то это кошмар, конечно. Автомат Калашникова. Ну, боезапас зато большой, кстати, по сравнению, опять же. Хотя у этой запас побольше, но да, скорость заряжания повыше. Скорость стрельбы повыше. Ну, вот этих одинаково, вот этого одинаково. Только боезапас у каждого разный, и в зависимости, чем больше боезапас, тем меньше урон. Чем меньше урон, тем больше боезапас. Но я не знаю, но тут боезапас незначительно незначительный, конечно. Нет, ну допустим, вот ее возьмем, прокачаем. Полированная ствольная коробка. Обернутый магазин. Ускоряет перезаряжание. Может, его возьмет тогда? С Калашниковым походим? Нет, конечно. Че я несу? Нет, конечно. Винтовку берем стандартную. Стандартную винтовку. Винтовка с полированным затвором. Классика. Никуда не денется. А вот с дробашом. Помповый дробовик. Дульная коробка. Ну, уменьшение отдачи, конечно, низкое будет. Дробовик с переломным затвором. Ну, это, знаете, вот когда вот так хрась зарядил. Но там по два будет. Это меня бесит. Автоматический дробовик. Но у него большой боезапас. Тактический дробовик, кстати, тоже хорош. Вот давайте, наверное, с тактическим походим. У него и боезапас большой, и урон более-менее. Вот его давайте прокачаем. Вот он хорош. Вот он хорош. Да. Что ж, ребят, давайте на этом с вами на сегодня закончим. Надеюсь, вам понравилось. Лайк, комментарий, подписка на канал. Дискорд, ВКДН, Арт, Телеграм, ссылочки в описании. С вами был Вескер, Лара Крофт, Китишград. И впереди еще больше безумия. До скорой встречи. Всем пока. Увидимся.